готовы, знаете, чтобы руки для снятия стресса, по ним можно стучать и будет. Погода сегодня в Петербурге плюс 24 градуса, ожидаются дожди в Москве. Вот это да, ну это... Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
На Ярцевской улице в сторону Мокрой. Твою мать, что ты делаешь-то, а? Если это принесет вам пользу, спланируйте свою поездку заранее. Единственное в Санкт-Петербурге. Что ты делаешь-то? Чмой, блядь, ёфа, блядь, охуеть, блядь!